А был ли красный? На Океанском проспекте Toyota Rush серьезно повредила Land Cruiser. Автомобиль Toyota Rush выезжает со второстепенной на Океанский проспект и направляется в сторону первой речки. Для этого внедорожнику предстоит пересечь две полосы движения, после чего повернуть. Вежливые в массе своей владивостокские водители пропускают Rush, однако закончить маневр Toyota не удается. Прямо перед передним бампером неожиданно появляется другой внедорожник, побольше и потяжелее. Остановиться Rush не успевает. Как результат, длинная некрасивая полоса на левом борту Land Cruiser и оторванный бампер у Rush. Ну, я ехал, видать, не заметил. Так вот и получилось. Кто-то перекрывал? Да никто не перекрывал, дорога вообще пустая была. Просто откуда, получилось. И откуда он появился, непонятно. Да, вообще. Ясно, жить будут машинки? Ну, конечно, будут. Сам виноват или как? Ну, не знаю. Злей разберется. Хозяин Toyota Rush полагает, что водитель крузера нарушил правила дорожного движения и не остановился на красный сигнал светофора. Но доказать это невозможно. Поэтому виновником аварии признают рулевого джипа, который поменьше.